У одесских спасателей новый начальник. Сегодня его представили личному составу. Главой ведомства в Одесской области стал генерал-майор службы гражданской защиты Виктор Федорчак. Ранее он возглавлял Кировоградское управление ГСЧС. Сейчас ему 48, родился в Черновцах, в 16 лет поступил в военное училище и до 93-го года служил в вооруженных силах, а потом начал карьеру спасателя.